Итак, народ, всем привет! Очень часто задают вопрос, как подключить системный блок к материнской плате. Покажу на примере вот этой материнской платы Asus Prime. Значит, находим незадействованную колодку, она обычно называется панель, F-панель и так далее. И вот под ней прям можно увидеть название, расшифровка, спикер, то есть слева направо читать Power LED, Power SV, спикер, HDD, LED, Reset и так далее. Что делаем теперь? Прочли. Теперь берем контакты и находим Power LED, Power LED минус, HDD, HDD LED и так далее. Просто подключаем их нам в нужное место согласно этой инструкции. И так практически на каждой материнке. Все, всем спасибо, всем пока.